В эти дни в Севастополе проходит форум сообщества. Его организовала общественная палата. Среди главных тем обсуждений – возможности и способы финансирования соцпроектов, в том числе через федеральные гранты и субсидии, а также развитие туризма в Крыму. Участие в дискуссиях в общей сложности примут около 500 гражданских активистов и представителей некоммерческих организаций Крымского федерального округа. По итогам форума все идеи и наметки, которые подготовили участники форума, покажут экспертам, а лучшие войдут в проект общественной палаты «Перспектива». Они есть. Те проекты, которые из локальных, условно, с небольшого муниципалитета выросли до окружных и общефедеральных. Это, знаете, некая даже такой банк идей или как-то франшизы, чтобы людям не ломать голову, как организовать тот или иной проект. Мы будем в этом максимально помогать на основе того, что уже есть в нашей базе. Это, с одной стороны, повторюсь, проект «Перспектива» каждого практически гражданского активиста мы будем сопровождать, начиная от информационно, методологически, заканчивая тем, что будем стараться привлекать дополнительное финансирование. Всего в этом году общественная палата соберет 9 аналогичных площадок для дискуссий в разных округах России.